все желтое такое и красивое. Ну что, всем здорово. Сейчас у нас час дня, 3 февраля 2013 года. И вот я купил очередной напиток, этот самый, волшебные фрукты. На этот раз апельсин-мандарин. Вот, такой желтенький. И чипсы Лейс с сыром, они тоже желтенькие такие. О. Прикольное сочетание, наверное. По виду прикольно, да, красиво. Вот. А по вкусу, ну не знаю, по идее, эти чипсы с сыром, они такие, ну, сладкие, да, сладковатые. А апельсин-мандарин должно быть кисленький он. Вот. Так что в этом смысле сочетание вроде не очень хорошее, да? Ну посмотрим. Попробуем. Прикольно. Сочетаются они, мне нравится как. Вот, я даже их на мобильник сфотографировал вместе вот так. О, прикольно. Так, ну чё, попробуем? Тоже кусочки внутри. Причем интересно то, что они не оседают на дно, а они так и продолжают тут плавать, что в этом напитке, что и в любых других таких же. Вот. То есть, тут как будто, знаете, как будто желе такое, да? Хотя, когда ты пьешь, обычная вода. Ну вот, видите, они же не оседают на дно. Они тут продолжают плавать. В киви, в клубнике, вот в ананасе. В любых таких напитках они все плавают. То есть, видите, они как будто вот на одном месте остались, только перемещаются немножко. Странный какой-то состав. Очищенная вода, яблочный сок, кусочки мандарина, сахар, фруктоза, лимонная кислота, натуральный апельсиновый ароматизатор, пектин, природный консервант, сорбиновая кислота, натуральный пищевой краситель, бета-каротин. Как туго открывается. О. О. Прям запах апельсина. А знаете, какой запах? Запах фанты. Прям вылитая фанта. Правда. Один к одному прям фанта и фанта. Ну-ка, интересно потом. Обалденно. Правда, на вкус прям как фанта, только не газированная. Прям один к одному. Тут написано апельсин, мандарин, но фанта, она... Фанта, она же там чисто апельсин фанти. Обалденно. Прям как будто фанту пьешь, но без газов. Ну-ка. Вообще... Чипсы с сыром. Обалденный запах. Это. Ну, давайте еще напиток сейчас попью еще. Че, я сразу на чипсы переключился. Правда. Прям фанта и фанта. Кисленькая такая. Хорошенькая. Сейчас опять же немножко взболтаем, чтоб эти кусочки мне попались. Ну, они начинают попадаться примерно, когда ты полбутылки выпьешь. То есть они в основном находятся вот в нижней части. Потому что когда пьешь, то их особо не чувствуешь. А вот, то есть... Когда ты выпиваешь половину бутылки, они начинают попадаться. И чем ты ее больше-больше выпиваешь, тем они больше-больше попадаются тебе. Это я как бы говорю на основе своего опыта. Я же уже пил, да, другие. И киви, и клубнику, и еще там какой-то ананас. Но. Поэтому, чтобы они тебе сразу... Сейчас попались, нужно было их взболтать немножко. Но. Во. Супер. Да. Кусочки вот эти. Правда.
по вкусу похоже очень на как будто ешь апельсин. Круто. Мне очень нравится. Кисленький, хорошенький. Прям как будто пьешь фанту, но без газировки, без газов. Кусочки приятные, вкусные. Я бы 10 поставил. Правда. Десятку. Вкуснятина. Супер. Вот. Так что, волшебные фрукты. Апельсин, мандарин. Правда, я бы не особо сказал, что тут мандарин есть. Ну, апельсиновый хороший вкус, я говорю, вот как фанта прямо. И плюс кусочки тоже хорошие. Вот. Не то, что в киви были какие-то противные, в клубнике вообще было не похоже на клубнику. Ананас более-менее было, да, вот это прям 10 бы поставил. Так что, если вы хотите апельсиновый сок, например, да, любите апельсиновый сок, любите апельсин вообще, сам вот апельсин, да, то вот это, я 100 пудов говорю, 10 из 10, обалденно. Вот. Супер, супер. Надо, блин, теперь грейпфрут. Следующий я грейпфрут куплю. У нас там есть еще грейпфрут и лайм. Вот, еще два вида осталось мне. Вот, а может быть, какой-то еще появится новый. В общем, короче, вот такие вот напитки теперь мои... Я бы сказал то, что безалкогольные напитки, если брать, то я бы теперь сказал то, что мои любимые это вот эти теперь волшебные фрукты. Они вкусные достаточно, да? И необычное то, что вот эти кусочки внутри. Вот. Так что теперь это как бы у меня для меня альтернатива. Потому что, например, хочется выпить что-то вкусного, вкусного, да, но не хочется пьянеть. Вот как раз вот эта тема. То есть, например, ну, на самом деле по вкусу апельсиновый вхуч мне больше нравится, но он алкогольный. Это немножко другое, поэтому я с этим сравнивать не буду. Вот. Этому я ставлю 10 как безалкогольному напитку вкусному, а апельсиновый хуч 10 как алкогольный напиток. То есть это разница, понимаете? Вот. То есть как бы вы мне можете сказать то, что, Толян, если тебе хуч с апельсином нравится больше, то почему ты этому ставишь 10 баллов? Поставь тогда этому 9. Но тот же алкогольный, этот безалкогольный, разница-то большая. Там еще тот алкогольный, поэтому там еще привкус есть. Хотя там, в принципе, особо он не чувствуется. Но там же есть спирт, да? Спирт, вот. Так что это совершенно разница. То есть тот напиток именно как алкогольный 10 баллов. Вот. Если бы он был безалкогольный, то тогда бы я ему 10 поставил, а этому бы, например, 9 или 8. Вот. Если бы тот тоже был безалкогольный. То есть понимаете, о чем я говорю? Вот. Так что вот. Теперь давайте. Ну, чипсы, в принципе, они мне не особо-то с сыром нравятся. Лейс, вот эти. Мне в основном нравится Лейс Макс. То есть не обычный Лейс, а Лейс Макс, они рифленые, и они не просто с сыром, а сыр и сметана там. Во. Здесь вот не вот обычные, а рифленые. Лейс Макс, сыр и сметана, они так называются. Ну, специально такие приятные, но не особо. Ну, 5 бы поставил, 5,50 на 50 как-то. Не особо они такие вкусные. Но вот это... Я теперь... Буду пить, наверное, очень часто. Потому что апельсиновый хуч, вот как только первый раз я его попробовал, он мне сразу понравился, и я его достаточно часто пил. Вообще, за все время. А это теперь у меня будет безалкогольная такая альтернатива. К хучу апельсиновому. Хорошее, хорошее. Так что следующее видео будет у меня по грейпфруту. И еще на очереди у нас лайм. Вот. Из вот этой серии напитков волшебные фрукты. Вот. Ну что, все, наверное. Это мы заканчиваем наш обзорчик. И я еще, кстати, продолжаю смотреть прохождение Фила GTA 4. И
сейчас вот на сегодняшний день он выложил 108 частей. 108. А я сейчас буду смотреть 81-ю. Вот, из 108. То есть я как бы уже двигаюсь к концу. Но он еще не всю игру прошел. По-моему, там еще что-то осталось. Но. Так что вот. Это если просто тоже смотрите, тогда вам тоже. Смотрите, короче, тоже. Идите, короче, купите такой же напиток. И смотрите тоже. И пейте тоже, как я. Прикольно будет. И пишите свои видео тоже. Кто такие напитки покупает, вы тоже видео запишите со своим обзором, со своим мнением, со своей оценкой. Но. Что-то я стал носом шмыгать. Вроде сейчас на улице потепление, не особо-то холодно, но что-то пойду посморкаюсь. Ну ладно, не болейте, всем всего хорошего, пока.